прекрасно. Это хорошо. Пусть всегда так будет, Шамильский. Чтоб всегда было прекрасное настроение. Тоже выспался от души. А я, наоборот, сегодня мало поспала. Рано проснулась. Блин, это так классно, рано просыпаться. Взаимно. Даже. Угу. А то я спала до 3, до 4. Сегодня в 10 утра проснулась. Это очень рада для меня. Так, тогда. Сейчас я пойду переоденусь. Возьму вино. Потом будем общаться. Открою мультчат. Сижу во дворе, кофе пью. Я уже выпила кофе. Сейчас я буду пить уже вино. Купила хорошее вино, красное, сухое. Пойдем, сатана, что оденешь? Не знаю, что ты мне отправишь. Что купишь, отправишь, что я одену. Так без меня, что ли? Ты и так 3-4 дня там гулял. Хватит себе. Хватит, дай нам теперь. Нам тоже нужно иногда отдыхать. Хорошего понемножку в Шамильске. Даже работать надо теперь тебе. Ты привыкнешь к хорошему, мы очень быстро привыкаем. Привет, Саид. Как настроение? Настроение у меня отличное, как всегда. По-другому не может быть. Здравствуйте, Магомедов. Какая же ты милая. Благодарю. Самое главное в жизни – это быть в настроении. Да. Что бы ни случилось, нужно быть в хорошем настроении всегда. Мне просто говорили старшие от работы, кони дохнут, хочу не работать, и чтоб деньги приходили. Шамильский, так все хотят? Ну вот, чтобы не работать, чтобы деньги приходили, нужно для этого сначала дойти до этого состояния. Такое может быть, это возможно в жизни. Улыбка у тебя красивая. Благодарю. Вот сейчас поработаешь, потом придет время, деньги будут просто капать, приходить сами. Вероятность большая, что оно так будет. Я себе машинку куплю, печатную, и все. Будешь деньги печатать. Это тоже, наверное, хороший вариант, кстати. Быстрые деньги. Поднимешь в эфир? Олег, я поднимаю только... я попозже зайду в этот мультичат, ребят. Мне нужно закрыть план. Я поднимаю только тех, кто мне подарки будет кидать. Потому что мне нужна будет ваша помощь закрыть план. Если скинете подарочки, конечно, обязательно я вас подниму. Пообщаемся, познакомимся.
Ой, я английский не знаю, вот у меня очень плохой английский. Hi, how are you? I'm fine, good. Thank you. Вот, так что, если вы не хотите кидать подарочки, можете не подниматься ко мне. Заранее предупреждаю. Не люблю жадных мужчин и не хочу с ними общаться, даже поднимать их в свой эфир. Спасибо, Шамиски. Спасибо, родной, от души. Мелочь, но приятная. Нужно делать приятное девушкам, женщинам. Спасибо. От души, спасибо. Вот. Настоящий мужчина сам к девушке заходит, он пустыми руками не заходит. Вот. Потому что он мужчина. А те, кто типа говорят, ой, не могу, не буду, я пустой, вы можете вообще даже не заходить ко мне в эфир, я не обижусь. Так что, ребят, чуть вот буквально 10 минут, и я зайду в мультичат, открою. Сейчас я переоденусь, пойду возьму вино и приду. Будем общаться сегодня, музыку слушать. Так, увидимся. Шамильский, я скоро вернусь. Тебя уже я подниму. Точно. Я иду, моя хорошая, чуть музыку послушаю. Хорошо, договорились. Если что, заходи ко мне в эфир.